Чего ты? Это воздух. Тут крутить. Что ты хочешь? Тут воздух крутить. Переведи мне, пожалуйста. Мне нужен перевод. Что-то надо включить. Открыть дверь. А зачем? Сейчас откроем. Подожди, бабушку еще подождем. Саш, ты готова? Да. А куда мы едем? На море. На море? А кто с нами едет? Бабушка. А еще? Я. А еще? Ты. А еще? Мама. А еще? Аделите. И Виргис. И Виталия. Но они... Люкас, а котик не любит плавать. Котик не любит плавать. Котик останется дома. Да, он будет А они поедут на другой машине. Мы сейчас поедем к Аделите, к Виталию и к Виргису. На море? И все вместе поедем на море на второй машине. А ты едешь на море? Да, мы все поедем на море. О, мама, иди какая. А на дороге пыльца идет. Мусорная машина. За мусором приехала. Когда я плачу, пыльца идет. Полицай придет, если ты плачешь? Да. Да, ну ладно, все, сейчас поедем. Привет. Уже все, погрузились мы тоже. Привет. Здесь последние. Пожитки? Да. Че, где камера? Какая камера? А. Вон она. Ага, класс. Да-да, работает хорошо. Ништяк, опа, миллиметрон. Не-не, там было нормально. Так. Оп. Ага. Кот. Окей, okay, в подвале. Да, так. Если кому-то интересно, вот эти пимпочки, кнопочки, это дырки сверлятся по всему контуру дома. И туда заливается специальная жидкость, которая изолирует подвал от влажности. Наверх влагу не тянет из камня. Такие технологии. Это Виргис на собрании настоял, чтобы так сделали. Привет! Привет! Саш, что ты кричишь? Следишь за Сашей. Саш, ты лошадка? Сейчас тебе дам, они в машине. Она сказала, это в салон сюда. Мы едем на море. А с телетами, Виталиями и Вегасами. Виталиями и Виргисами. Давай интервью. Возьми за ручку, интервью сейчас будет. Пусть ваша. Это цвет. Пусть Майн. Майн. Vor allem beste Freunde. We're the best friends forever. Может, это такая барсетка классная. Завидуешь? Конечно. Давай, я последний купила. Все так и хотели. Ой, собак. Собачка, бойся. Боится вас. Ну. Ой, ваши. И всякими бензинами. Да. И мы на работу, и тебе пешком. Ну, я тебе говорю, ты бы сколько на единый тратила. Если шеф... Давай, Виргис, ты едь.
вперед. Я-то что? Что-то такое? Волос наелся. Что случилось? Дай салфетку, мамка. Да? Туалет же тут платный, а у меня нет. Нет, не бесплатный, в этом на заправке бесплатно. А где он? Сейчас вот на заправку пойдет, сейчас потом. Горта давай, твоя подружка. Ну как у Натальи? Спасибо, хорошо. Я тоже нормально. Скучно, но это, я не люблю эту всю автобану. Ну да. А сейчас начнется, напряженно. Ну что, пойдем? Пойдем, да, это. Че, блин, я уже почти засыпать начал. Скучный что? Автобан. Ну автобан скучный, а занудный, да? Едешь. А там сейчас будет весело. Сейчас будет попозже, более напряженно. Ну как бы. Ну да, да. Мне нужен кошелек. А мы все вместе пойдем, да? Тогда оставим просто вещи здесь. Да, да. Сейчас я только это, окна закрыть надо. А, ну идите тогда. Ну подождете, коротко. Я сейчас буду у машины. Кошелек, мне кошелек. Мама, возьми Сашу, идите с Натальей в туалет. Да. Все отлично. Да. А что значит идите? Ну потому что я буду в машину сторожить. Буду гавкать. У меня есть 100 КЦ. КЦ мы называем. Но это чешский на самом деле. Значит, штукарь, но я думаю, 200 евро нам хватит на 4 дня, точно. 200 евро на 4 дня хватит. О, байкеры. Я вчера забрал чемоданы свои для мотоцикла. Не, бесплатно, они были в наборе к мотоциклу. Почему? Для дома, для семьи. Для дома, для семьи. Так кажется, уже меня никого нет. Смотри, да, какое толстое. Я у Глеба увидел, заснял, аж половину вырезать пришлось. Да. Я как увидел, я вообще теперь не знаю, что делать. Могла бы сказать. То ли откачку жира, то ли кушать перестать. Маша вон. Мне вот надо откачать. Да, а ты толстый. Ты хорошо, ты сейчас тоже похудел. Такой Макс, добрый. Я такой жирный. Он худел. Ну да, я хочу. Что, вы расстроились? Нет, а что? Обнимаетесь, грустите, нет? Нет, я просто спрашиваю, мам, как дела? Ну, начинай ты. Мой, попей. Сон клонит? Нет, ну. Я говорю, давайте за руль садитесь. Я вот предлагаю тёще за руль сесть. А вы ездили на машине когда-нибудь? Да я каждый день. На маршрутке. Не люблю. Погнали, Аделитя. Пока, привет. Hello, goodbye. Вот мы в Польше. Ой, Саш, на тебе подарок. Сережки нужно клеивать себе. Погода хорошая, распогодилась. Я не понимаю, Наталья, о чем вы? Я ничего не понимаю. Я еду, у меня впечатление, что у меня инсульт произошел. Потому что люди говорят какие-то вещи. Индюки при встрече целуют друг другу ботинки. Облизывают. Во-первых, как индюк может носить ботинок, я не понимаю, тем более облизать, у него же клюв. Он же птица. Он же птица, да. А потом еще кто-то волосы в кульки замадывает. Индусы. Индусы в кулек. Сики заматывают. Витя. Помнишь, мы там были, а Маш? Это были сики? Это сики были? Сики. Да. Это песня их такая. Витя. И они заматывают волосы в кульки. В кулек. Я даже про них читал, что некоторые по 60 килограмм носят. Саш, пожалуйста, убери ноги. Так, пожалуйста. По 60 килограмм, ну да. 60 килограмм на голове, ну, то есть даже есть такие, у них мода сикская, что чем больше материи, тем красивее. Конечно. И дороже, и поэтому они это... Передачи даже смотрели. Смотрел тоже, да, это? Да. Может, я передачу смотрел тоже. Может, вы там не были? Нет, мы там... А что тогда, когда было холодно, тусили, помнишь? Да, мы тогда как раз ходили на Жантер-Мантер. На Жантер-Мантер ходили, было холодно. Мы ходили на
солнечную эту, как ее, обсерваторию. Ну, расскажите мне еще что-нибудь, что-то ну, происходило. Ну, это там по камеру невозможно. А как там, мама уже... дома? Что мама это? Дома? А, мама, иди сюда. Мама, нет, мама иди дома, сюда. И ты упал в бассейн? Не, а, мама дома, от да, этих слов? Походу. Они все прям как эти, как мухи слетались, когда девки приходили молодые. Ага, они влюблялись в них? Красивых? Конечно, конечно, они прям сразу шли к нам в квартиру и ремонт какой-то делать. Нам говорят, пришли ремонт делать, сейчас ремонт будем делать. А сами спялятся, но они... А я прям и говорил, не-не, идите отсюда вообще. Ну, единственное, что культурно говорю, никуда не посылала. Я еще помню, как мама покупала пирожное фисташковое. Оно у них называется писта. Спасибо. И я смеялся. А помнишь, как мы с тобой приходили на этот шампад? И все кричали, мама, мама мне. Помнишь? Ну, все индусы. Нет, ты сказала, я уже уехала, и ты шла по шампаду. И тебе и с тобой кричал, мама, иди сюда. Саша, они думают, что вас зовут мама. Нет, а до этого мы с потому что вы вдвоем ходили. Она все время она со мной говорила, мама, мама мне. Да. А помнишь, подземный рынок меня за руку схватил? Малика. Малика. Меня там везде хватали. Как ты позволяла себе такое с собой? Я вот так сумкой шла и лапали всю. Ну надо было бить по рукам. Ты же... там не поймешь, там насильники. Там знаешь, сколько народов-то много. Там просто идешь как в метро или как на Хакшимарт, и тебе и в жопу залезут, и сиськи потрогают. Как ужас. Правда что ли? Это мне не рассказывала. Рассказывала я, и папа сказал, пап, тут Клаус вообще привез. Он говорит, ну это же Индия, это у вас боевое крещение. Нормально. Не, меня никто не трогал. Меня все потрогали. Тебе понравилось? Ничего себе, знаешь, как страшно, я с паспортом была, мне главное, чтобы у меня ничего не пропало. Ты с паспортом была? А, чтобы с паспортом. А, еще я помню, внезапно. Все, это видишь, это потому что ты про сиськи вспомнила. Малика, нет, это ты все время. Малика. Я не думаю. А помнишь, когда первый раз на Connaught Place пошли, что на меня упало? Тут до меня докатилась такая интересная информация. Скажите, пожалуйста. Информация такая, какой-то что... Какой-то Витя. А какой-то Витя с какой-то и Сашей приедет и привезут шашлыки. Круто. Они будут жить с нами, с вами? Да. С нами, да, с вами? Да. Мы, да? Да. Нифига себе, не знаю, сейчас надо это рассказать нашим. А я думал, драться. Что вы знали. Слушай, Витя, это круто. А что он не позвонил, ничего? Да, я, кстати, я думал, что вы знали. Нет, он ничего не сказал. Я, кстати, звал Глебова, ага. Но он сказал, что, ну, как далеко, говорит, от меня 400 километров. Где 400 километров от Глебова? 200, наверное, 250, да? Ну, как это от нас, но то же самое. Он на фестиваль идет, но надо ему позвонить. А, на фестиваль? Ну пускай он на фестиваль сходит, а он говорит, что он может приехать в понедельник, потому что в воскресенье он будет отсыпаться. По идее, он мог бы в воскресенье приехать вечером, да? И в понедельник, во вторник уехать с нами, правда ведь? Да. Ну, позвоним ему. Пускай на мотоцикле доедет, погода шикарная. Не, ну, Рисисюка? Да? Да. Ты снимал тоже, когда делали? Да. Мы мерились. Мы на брудершафт писали. Гинзбург. Гинзбург придумал? Да, никогда в жизни на английском так не споешь, на французском. На французском. Это... Или как ее? Сабрина или какая-то? Ты, Макс... Сабрина или Сандра? Песню, Сабрина или Сандра поет в «Энигме». Включи нам песню. Господа, телезрители, напишите в комментариях. Песню сейчас включу. Ну давай, да. Как случайно. Чё, салон уроды? Салон уроды, салон красоты. Макс, такой урод. Да. А все кончилось, как мы съели. А какой? Ну, уроды. А вон Пола магазин, вот здесь, где пожрать можно купить. Пола? Пола. Что-то мы покупали как-то в Пола, да, точно. Все, мы приехали в курортную зону. Видите, люди уже ходят в шортах. Чего? Что ты хочешь? Зонтики тоже есть? Да. Дорогие друзья, мы добрались. Мы добрались. Машину уже припарковали в нашем маленьком дворике.
Вот наше помещение. Корона красивая. Как выглядит санузел? Оу, санузел хороший, а шляпа? Шляпа тоже ничего. Мятая чуть-чуть, ничего, санузел не нравится. Где ты там ходит? Там у нас закрыто все. А как выключается свет в санузле? Нашли? Единственное, конечно, что у нас дорога рядом, но ничего. А здесь все в зеркальном виде. Она там у Девяти. Ну, вообще, конечно, как она прям убежала, я даже не заметила. Да, ну, слушай, все закрыто. Так, что у нас на втором этаже? Комната с балконом. О. Детская кроватка мне. А я тут одна кровать просто шире. С Сашей? Ага. Ну да. Что? Она маленькая, нет? Длине. Кровать маленькая, нет? Или нормальная? Ну ладно, подставлю под ноги что-то. Ой. Ой, как я влезу? Не, нормально как раз. Как раз нормально. Хорошо. Ой, 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 ой. Мне нра. Маш, тебе нра? Друзья, мы нашли ресторацию. Ресторан? Наталья Ивановна, как вы? Была. Проголодались? Да. Я тоже. Ну, полидей будете? Ну, там все тогда до бускету бусы полидейсь. Не бойсь. Я тоже проголодался. Не бойсь. Пиво хочу. Ну, да, возьму. Сейчас посмотрим, что тут. Давай я тебе помогу одеть. Спирт пить не буду сегодня. Сегодня не буду. Я вообще крепкие напитки не пью. Барк. Очень редко, исключительно. Я бык. Что? Они волнуются за мое здоровье, и я говорю, что я не буду спирт пить. Маша, а ты будешь спирт пить? Нельзя. Правильно. А это что у вас, пиво или сок? Это сидр. Сидр, типа. А у меня Хайнекен. Нет, у тебя тиски. Тиски? Угу. Ты сказал рыбу. Тебе гуляш. А гуляш ты заказал в Ирбису. Кассира? Я не заказывал в Ирбису гуляш. А кому? Мне. Ну, нет. Надо 5 блюд всего. А сейчас-то 4. Ну. Сейчас я еще один. Я заказал 3 рыбы, 1 гуляш. Ну, еще одного не хватает, значит. А, значит, можно заказать гуляш. Да. Извините, у меня в самой голова кругом идет. Саш, как дела? Адельите, как дела? Макс, а можешь сходить в Ирбису заказать гуляш? Тут нужно посмотреть. Сейчас. Смотрите, кабаны. Люди, смотрите, кабаны гуляют по Польше совершенно спокойно, по дороге. А вот и кабанья мамаша. Все семейство здесь ползает. Причем это которые побольше, да, поменьше бегают там, потерявшиеся. Это уже мама, наверное. Это уже мама, да. Почему? Поехали на море купаться. Пойдем, пойдем. Там, знаешь, как хорошо. Давай.
Ну, давай, вырезай. Мамуль, ну расскажи, как ты до такой жизни докатилась? Мы никуда не докатывались. Не докатывались? Мне нравится, я докатился. А у нас ребенок своего. Да. Есть такое. Моршвин, Макс, твой любимый. Башкой надо стукнуться. По преданию, раз в жизни я, проходя под таким столом, под такой... Снимая на камеру, проходя под такой доской, врезаю с нее головой. Моршвин. Моршвина. Собаками нельзя. Нет, они у нас тоже есть. Тут судебы не было. У нас тоже дома стоит. Ничего, отличный же. Поставить, что вам нравится? Ну, чтоб никто не смотрел, не завидовал. Ну, для ветра это больше. Ну, тут так свежо. Поближе к воде лучше. А? Чуть-чуть к воде поближе. Что? К воде поближе. Подожди, давай купальник оденем. Стой. Ну что, Саш, хочешь на море или нет? Хочу. Ты хочешь, да? Нравится тебе на море? Панама. Наталья Ивановна, ну то же самое по качеству, как и мы были где? На Рюгине. Да. Ну, домик не так близко, ну как, домики тоже близко нам, близко, идти еще ближе. Кажется, ближе даже. Ближе даже. А море такого же качества. Ну как? Хорошо. Холодная? Нет, вода не холодная. Нормально. 20 градусов. Нет, не 20. Меньше? Нет. Ну нормально, все равно хорошо. Хорошая водичка. Да. Сейчас пойдем, надо искупаться. Сейчас полетим. Да-да. Вода теплее, чем воздух. Маша, как ты? Нормально. Ой, а где тебе? Сейчас надо погреться чуть. Ой, как тут скользко. Чё, как ты? Пойдём посмотрим, где ещё можно найти хорошо. Он как ты, тебе холодно. Саша, тебе нравится на море? Я нужна. Ты забил. Эй, нам пока в воде
пока уже машина. Надо подать другие. Бабушка, помочь в машину? Ну, не знаю. Аделита. Ню-ню-ню. Как новый день, дорогие друзья. Отпраздновали мы вчера сдачу экзаменов на вождение мотоцикла Андреем. Причем Андрея с нами не было. Андрей в Германии был. А мы с Вирджиниусом и Виталией выпили вот чуть-чуть. Сейчас я пойду на озеро. Тьфу, на озеро, на море. Озеро с той стороны. Сегодня должна была быть у меня пробежка. Что-то я не очень хочу. О, смотрите, КТ детектед. Как говорил всем нам известный человек. Короче, пробежка рановато. Вот, я посмотрел, что 5 часов проспал. И не могу полседьмого все равно проснуться, как обычно. Пойду проплыву 4 километра в море. Не побегу, буду плыть. Ну вот. Самое прекрасное, что в этом месте, в котором мы находимся, нету подлого, поганого ночного забора. Потому что где мы были в прошлый раз, весь берег перекрывался на ночь забором. И открывали его часов только там 7-8. А сейчас 6:30. Представляете? Я помню, я вышел на пробежку, перелезать пришлось. Якобы по ночам вы не имеете права шастать по морю. Смотрите, кто приехал. Давай, к нам. Да. Как вас зовут? Александра. Саша, как тебя зовут? Сашуля. Давай. Ее тоже зовут Александра. Камера. Давай, дай. Сашу, давай чуть причем. А ты знаешь, что я твой крестный? Витя, как тебя зовут? Меня Витя зовут. Давай чуть-чуть. Сашуль, чуть-чуть, не бойся. Регистратор этот. Чтобы у тебя волосы просто не будут. Давай, я тебе больно делать не буду. Саш, как тебя зовут? Так. Аделите, как тебя зовут? Я карамелька. Ты карамелька, хорошо. Ты карамелька, хорошо, мы поняли. Я карамелька. Разбалованный ребенок. Ты карамелька. Ты не компот, ты карамелька. Аделите тоже карамелька.
аж не кормилька. Ты не кормилька, да, компот. Ой. А мы компот. Хорошо, что у всех все хорошо. Ты компот? Да. Только палец у нас чуть-чуть в порядке у бабушки. Так, спокойно. Ну, палец срастется. Чуть-чуть, Саша, подожди. А так, по-моему, все прекрасно. Насаживать надо будет мясо. Витя, расскажи, как ты докатился до такой жизни. Ну, вообще, не знаю, Макс. Да я не про пиво, про то, что у тебя такое хорошее рабочее место. У меня рабочее место хорошее. Откуда ты знаешь, кто тебе сказал такую секретную информацию? Я же чувствую по глазам твое счастье. Ты видишь по глазам? Ну, смотри, какая собака классная. Видишь, Акита, да, красивая собака, да. Видела собачку? Сашу. Что у тебя в руках? Витя, что это? Саша, что у него в руках? Не знаю. Это называется шашлыки. Да, я его знакомый. Шашлыки. Сейчас приедет мама с бабушкой. Ты уже соскучилась по маме-то? Ты ждешь маму? А, Саша, да. Скажи мне. Да. Сейчас придет мама. Ой, какие у тебя сережки. Нет, это моя мама, это сережка, а у меня нет сережки. У тебя так начали виться волосы от соленой воды и выцвели, стали светлые. Ты кто, карамелька или принцесса? Карамелька-принцесса. Карамелька-принцесса? Это хорошо. Хорошо? А я кто? Я компот или коржик? Кто я? Ты коржик-мальчик. Я мальчик-коржик? Да. Хорошо. Коржик мне тоже больше нравится. Хотя я по своему телосложению больше на компота похож. Нет? За слово телосложение не знаешь еще. Ой, я бы могу. Давайте помадой. Какая у тебя помада? Она не настоящая. Она не настоящая? Значит, я тоже могу ей мазать губы, да? Нет, нормально. Скажите, что вы затеяли? Жалко, что запах не передает. Ой. Зайчик, жаба где? Зайчик, жаба. Ты меня в жабу превращалась? Спасибо большое. Саша меня тоже превращает в жабу постоянно. О, пахнет нормально. Ну а ты это сам сомневаешься, а? Да, Витя. Все неправильно. Мы не сомневаемся. Ну. Я научился сейчас делать хорошо, стейки. Меня Владимир, друган мой, не, научил делать стейки. Под конец вот это вот винишко чуть-чуть вот на часок. Да. Самое главное, чтобы вино не с самого начала маринад, а именно вот на часок, чтобы оно розовенькое такое запах дало. Цвет и запах дает. Вино. И это очень интересно. Шампуры-то советские или нет? Какие советские? Это Виргиса, не знаю. Обычные. А что, а Виргиса, думаешь, советских не может быть? Он же из Советского Союза родом. Ну, фигак. И новый день. А будем ли? У нас сегодня дождик. Ну, первую половину дня обещали. Сейчас уже вон точки расходятся. Че, Сашоль? Я уйду с кусиком. Чего хочешь? Я взял с кусей, я взял с кусей кормить хлебом. Кусей кормить хлебом? Ну и попозже, Саш, я хочу сначала позавтракать. Сейчас мы зайдем в магазин. Ну, все у нас, короче, хорошо. Просто хотел показать, что в Польше бывают иногда тоже дожди. Не только солнышко, как вчера. Дети, ну какой вид у меня? Дети, отдалите, как дела? Я отдалите, парень, мы с Аней, она пит. Саша, у тебя как дела? Ну, не с Аней, и меня не с Аней. Ладно, тебе не будем мешать. Маш, а ты как? Нормально. Пойдемте куда-нибудь? Сейчас, мам. Сейчас я... Фигак и новый день. Пойдемте, искупаемся. Да, нет. Сходи. Сходи. Пойдем, пойдем. Я считаю, что надо пройти на море. Камера маленькая, Сонька. А где палка? Палка есть еще, но палку... Палка, снималка. Мне сейчас лень, палку что-то ее включать надо отдельно. Так, палку сначала, потом эту. И когда ветер, микрофон не присоедините к палке. А микрофон ценнее, чем
палка. Чем палка? Потому что такой шум идет страшный, без микрофона. Знаете, как называется вот эта меховая штука? Ёжик. По-английски. Dead cat. Серьезно? Мертвая кошечка. Еще было, да, но как и была сейчас. И советская, потом такая литовская, мой брат был. Один советский, другой литовский. А третий где? Кафкандротес. Кафкандротес. Дезертир. Дезертир. Да. А видите, Люфтваффе был настоящий пилот. Люфтваффе. Потом Макс, было время, нас что... Нас громко так, не кричи. На складе. Дали тебе на самолете пролететь, Витя? Ну да, вот так. Приходит туда. Вот, хочешь на самолете? А какой, да, можно было выбрать какой-то самолет? Хочешь или... Самый быстрый, который... Надо, конечно. А ракеты дали попускать там на самолете? Какие? Существует мистер Шмидт. А что это за? Ну, был мистер Шмидт. Да? Самолет в Великой Отечественной войне. Второй мировой мистер Шмидт. А сейчас они не первые реактивные самолеты. Подожди, они сейчас тоже есть мистер Шмидт, правда, что это? Ну, Макс, ну ты что, гонишь, что ли? Откуда я знаю? Может, существует? Макс, что, гонишь, что ли? Есть самолеты, есть Рено. Ну, какие самолеты? Рено делает двигатель для самолета. Ну, там все там что-то делают. И Citroën может делать. Citroën, он Saab делает. Ну, Saab, это Saab-то. Saab оружие делает. Ну, это концерн, это шведский военный. Да, да. Эти как это, позорка или как? Почему машины тогда обанкротились? А? Ну, машины обанкротились. А, потому что... Не знаю, да, дизайн там нельзя было никому позавидовать этому дизайну. Ну, да, хотя да, дизайн... какой дурацкий какой-то утюг какой-то. Утюг. Самое удивительное, что огромное количество людей, архитекторы, например, очень любят их. Архитекторы прям, да, они говорят, что это самый красивый дизайн, самая вообще машина крутая. Это говорят архитекторы. Я не знаю почему. Может быть, они настолько страшные, что уже красивые. У меня мотоцикл такой. Он такой страшный впереди, что уже интересно, а даже. Он еще есть или его? Нет, по-моему, машины нет. Ну, они, по-моему, ну, скорее всего, он опять появится, его перекупят. Ну, как бы, технологии, заводы есть, кто-то так, купил. Какие-то. Кто купил их? Volkswagen, наверное. Нет. Может, а если по 100 дельте пожесть, да? Купили. А нам добро при Юра, а по 100 дельте пожесть. Вольво уже раньше сам с Фордом. Да, мы все упаковали из Дигас. Форд там только испортил Вольво. Короче, пацаны решили искупнуться таки. Я купался с утра, когда прибежал. Я сегодня бегал. Нельзя Я думал, что красный. Сейчас еще штраф попросит. Вообще мы думали, что если черный нельзя.
ну, как обычно. Кто купается у нас, когда страшно и нельзя? Русские всякие. Нельзя? Нельзя. Вообще нельзя заходить? Нет. Даже чуть-чуть нельзя. А? Нет, плавать нельзя. Блин, гулять пойти ногами можно, но нырять. Про. А почему ничего не сказал никаких? А? Не, ну опасно. Вежливо просто. Да, 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 да. Поэтому поздоровался, да? Да, да. Блин, а когда будет можно? Вот когда-нибудь красного флага. Наверное, правда кто-то утонул. Да, да. Прямо аж приехал на машине сразу. А? Да, на Баклаусу. Только смотрит Баклаус. И он даже поехал на мотоцикле. Не, он ездил по... Да, да. Ему позвонили, вот что кто-то купается, и он приехал. Ага. Ну ничего, окупнулись хоть. Ну я думаю, лечь вот так вот можно, чтобы тебя водой накрыло, главное не заходить глубоко. Да. Лечь, наверное, можно. Да, да, да. Да, да, вода не такая холодная. Просто, наверное, они боятся этих волн. В Португалии еще больше купаться можно. Видишь, тут непривыкшие люди. Да, да, они тоже хотели посмотреть, но, может, выпившие какие, но... Ну, да, да, да. Ну, точно вчера кто-то утонул. Да, ну, я думаю. А вы спросили, нет? Нет. Ну, а как это, не знаю. Что, вчера кто-то умер? Не, я что-то не стал подходить, потому что они камеры не любят. Сразу скажешь, куда вы снимаете, что это такое. Ну ладно, все равно один раз искупались. Да. А ночью можно, когда никого нет. Нет, но ночью можно только дурак идти, тогда вы так вот купаться. Под собственную ответственность ночью. Все равно. Тоже нельзя, конечно. Но просто они не работают ночью. Красный флаг. Оказывается, красный флаг нельзя. Мы думали, черный нельзя. Но приехали на мотоцикле сразу. Нас уже спасали. Саша, одеть тебе кофточку. Да, сразу приехали спасать. Даже водой ноги нельзя мочить? Ноги можно. Нет, ноги можно. А где Саша и плыла? Саша вообще не пошла. Доброе утро. У нас прекрасная погода. Ладно. Нам все равно ехать. Я человек достаточно спортивный, но я не пойду купаться в море сегодня. Саша! Давайте песню спою. Нет. Почему? Уходи! Почему? Уходи! Такое развлечение с утра. Сашуль, ну что, на дорожку присядем? Успокойся, пожалуйста. Опусти. Сядь, пожалуйста. Я сейчас тебе в дорогу сделаю прическу, Саша. Иди к папе. Мы провожаем папу. Ну что, хорошо отдохнули? С приключениями. Чем, Наталья? Вы особенно. Я отлетел, как всегда. Ну... Саша, главное, Саша счастлива, и Маша, и все нормально. Саша становится добрый назад уже. Погнали. Надо забор открыть еще. А что, мы отдельно, раздельно едем, да, просто? А? Как решили, да? Ну, чтоб там это, не зависеть друг от друга. Я сейчас пойду тогда машину эту вывезу. Ну что, хорошо съездили? Да. Ну вот. Поехали мы. Ну тогда я так понял, что поедем просто раздельно. Да, да, проще, да. Мы еще в город заедем. Виталий хочет что-то купить там. Ну да. Ну. А мы уже поедем. Ну тогда что, созвон, увидимся. Ага, хорошо. Подумайте, может быть, к Андрею через неделю. Или... А, когда вы... У вас друзья когда приезжают? На этой неделе? Или... Я не знаю. А. Ну, созвонимся еще. Наш первый отпуск с Максом заслуженный был в вагончике. Да, и как вам?
Отлично, Маша угря поймала. Так мы вдоль набережной едем, да? А потом да? Мы грибы собирали. Мы кушали угрей и грибы. На мотоцикле ездили в отпуск. В скафандрах. Мы на мотоцикле ездили? Да. А я знала это? У нас не было никаких машин, ничего не было. Ты тебе не до нас было. Вы только из Дании вернулись с папой. Во, какой-то областной город. Большой. Нам повезло с погодой, что сейчас не жарко тоже. Это, кажется, Мьель, но нет город. Не знаю. А склеп это магазин? Склеп, да. Мама. Да. Вон тут красиво как. У меня есть в кошельке. Ты у меня все. Я не знаю, куда мне встать. А где туалет-то? Да вот в этом. Ну вы можешь меня взять? 10 у меня есть в этом в сумке сзади. Я отодвинусь, только сейчас куда-нибудь вы это. Сейчас я вытащите все друг друга, да? Чего ты пойдешь? С раскрытыми волосами? Да. Ну? Что? Скажете? Какой у него кактус? Кактус разноцветный. А зачем тебе деньги дать? Нет, не дали уже. Какая интересная вообще парковка. Кино снимать можно, да? Да. Маш, ты что? Веселишься? Корону жалко, не одела. Давай, одень корону. Корону надо упать, конечно. Где корона? Королева бензоколонки. Унитаз. Нужен унитаз вам? Не, она пописывала, покакала, Саша. Дорогие друзья, мы снова встретились. И как видите, где? В Макдональдсе. Я пытался по автомату заказать, еле-еле заказал, потому что карточки он не хотел принимать. Что ты заказал? А я МакЧикен заказал. Ну, я закажу Майстро Бургер. Там МакЧикен двух размеров, посмотрим. В прошлый раз я заказал два, и был рад, что два, потому что маленькие дали. Ладно, пойду тогда туда стоять. Десерт. Тортики. Саша, ты здесь? Так, вы нам делали. Я не хочу, я хочу. Саша, у тебя волосы летят, давай.